выступал вроде на сантраке. Крис, за что он лебедится? За что лебедится он? Там за что? Якорь? Ну, получается. Красавчик, красавчик, не копай, не копай. Право, чуть-чуть руль право. Давай, давай. Идет хорошо. Вот это уровень. Так, ТР-3 продолжают дубасить. Сейчас мы посмотрим тут. Так, вот топовый пилот. Борется с двумя патрулями. Ушел. Зеркало! Пытается переехать в этой яме. Брачные игры живых обитателей. Да. Они все время в паре ездят. Вот это борьба. Стой, 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 осторожно. Красавцы. Ребята, все круто. Якорем за якорь. Саня, там якорь валяется. Там якорь валяется. Опять тот же самый расклад. Скорость убила.
колесо! Так, тут опять борьба. Три машины показывают экшен. Да, интересный кадр. Неожиданный поворот. Опять чуть не сбили штурмана. Выскочил. Механическая лебедка рулит. Мужчина, куда вы идете? За хлебом пошел. Отчаянный мужчина. Иди забирай, давай трать. Все, сейчас мы потратим. Не, нет, лучше с ними. Угол больше поставь, Заня, угол. Нормально работает. Шоколадки, говорит. Серега, это траки, это не шоколадки. Траки вон, которые выигрывают машины. А, не ваши забрали? Конечно. Братаются, меняются траками. Экшен нормально исполняют. Из траков построил мост и сейчас поедет. Крис, а у тебя проводов нету? Натяжечка. Вот провода несут. Чуть влево, чуть влево, чуть. Влево руль. Влево руль! Блин, сейчас охренеть вообще. Пусть влево вывернет, скажи. Влево, 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 влево!
Да, триподор порезанный, шикарно выглядит. Еще пусть крутит руль. В шлеме не слышно, наверное. Саня, на ключи от бэхи в багажнике есть запасной. Для такого рубилого полтора часа мало. Так он же по встречке идет. Гена, остановись. Кроме этого, никто сюда больше не сидит. Да не, ну он по встречке. Сейчас же Валера может навстречу выехать. Вот там объект слева, вот рядом слева дорога. Не, вот сюда, заехали. Давай, расходимся. Может, он сюда. Валера, Гена едет прикурить. Ты видел, что тебе кто-то машину сбоку поцарапал двери? Да? Давай, я тебя уберу, чтобы не мешало. Тебя плохо видно. Во, там проеду, во! Потихоньку по камышам едь. По камышам, да, Вова? Потихоньку только, не спеши. Решили... Малыша решили в камыше. Давай. Он тоже, у него тоже спецучасток, да? Да. Не, ну так а что он целый день пролежал? Пробалдел. Прикуривать едет, аккумулятор сзади у Димы. У морды сзади аккумулятор. Не, аккумулятор сзади. Так. Ну круто. Бешеные львовские тачки едут, да? Ты посмотри, что делают. Они как сиамские близнецы, да? Сейчас прикурят. Пойдем посмотрим, что происходит. Так, что-то тут ребята уже ходом начали проходить, уже раскатали. Да, красавцы просто. Уже все быстрее стало намного. Главное, чтобы завели. Далеко не уезжай! Да, я ж кажу, що... А це не цей чоловік випадком машини на кришу положив зелену ніву? Та може бути. Ніву, помниш? Та вони постійно є так. Він тут теж монстр. Да, дядя Ваня, він так... Без цього ніяк. Зачем вам столько троса? Саня, быстрей! Ого! Сцепление дымит. Нету уже. Сцепление.
заднее блока нема. Да. Сцепление. Не работает задний блок. Хватит. Он разносит. Готовы разносить под масло. Девчонки, это левое колесо. Это. Правое не крутилось, правильнее, а левое. А должны обе два не крутиться. Как вы там покатали? Я слышал. Вас спасли? Вот это девчонки-потеряшки. Тут по громкоговорителю вызывали экспедицию спасения вас, что там поломали машину. Так штурман занимается сексом. Дай назад, еще, давай назад. Что? Без страха слез, справа, пусть вперед. Давай назад, там Саня, осторожно. А якорь кто держи? Валера, ты слопись уже. Там уже все, наверное, закончили. Не, блокировки если было бы, ему было бы легче въезжать, а у него, видишь, колесо не крутится и все. Надо забросить. А что такое?